Ну, я бы не сказал, что ваши обновки сильно круты по отношению к тому, что у меня уже есть. Хотя... Ну, хотя нет, они прибавляют крит урон магии. Так, опыт крит урон уменьшают. Здесь тоже. Вот эти, в принципе, ничего, но опять-таки уменьшают крит урон. Поэтому... А, ну давайте продамся. Возможно, все это дело здесь получше. Сейчас мы... У нас есть новые товары. Хорошо. А, возможно, мы это сейчас сделаем немножко... Урежем, а может и не буду урезать, не знаю. Неплохо подойдет к остальному. Вот. Пока что мы просто будем продавать все ненужные предметы. Например, одержимый молот, к сожалению, он нам не нужен. Кстати, как и одержимые рукавицы. Неплохо подойдет. Мне одержимые наручи. Глава горлуда. Какие хитные нам, естественно, нужно оставить. Потому что, ну, блин, они реально крутые. А все остальное, в принципе, можно продать. Потому что это нам почти ничего не принесет. А почти нам ничего не принесет. Плюс оно не будет... Неплохо подойдет к остальному. Как бы так сказать. Оно не дает нам ничего такого крутого. По идее. Плюс оно, помимо всего прочего, не дает нам... место. Место не дает в инвентаре особо много. Валус сумеет это Так, ну, как-то вот так вот все это продали. Все накидки там ненужные. Так, хорошо. Валус. Хорошо, хорошо. Чтобы у нас было больше свободного места, естественно, но, друзья мои. Неплохо подойдет естественно, к остальному. Чтобы у нас было больше свободного места, мы продаем все ненужные там косячные, бесполезные какие-нибудь талисманчики, которые нам не пригодятся. За исключением тех, которые нам пригодиться могут. Вот. Я думаю, что это правильно. Мы все продали. 400 штук у нас есть. Ступай с миром, всадник. Спасибо, подруга. Так, ну и теперь опять-таки надо переместиться на карту. На карту перемещаемся. И надо переместиться вот сюда. Потому что... Нет, вру. Вот сюда. Потому что там я в одном месте не был. У меня есть неплохое подозрение, что там может быть кое-что спрятано. Собственно, давайте проверим... мою идею. По какой-то непонятной причине у меня после перемещения подпризывает. Я не знаю, с чем это связано, но да фигушки с ним. Фигушки с ним. Мне интересно, что находится вот там. Вот в этом углу, в котором я не был. Который так отчетливо ведет нас куда-то в никуда. Здесь мы видим нашего ворона и еще одну страничку. Книги мертвых. Вот. Книга мертвых. Хорошо. Страничка книги мертвых. Замечательно. А, вот только возникает вопрос, где же у нас такие... Здесь находится наш друг. Ну, точнее, его нога, по-моему. Какой-то странный звук сейчас был такой, знаете. Я думаю, вы слышали. Давайте пройдем вот сюда. Может быть, здесь она лежит, например. А, я понял, что это за звук. Это звук восполняющихся ускорений у нашей лошадки. Ну, по крайней мере, я так понимаю. Это. Так, здесь больше нету. Здесь, друзья мои, больше нету. Значит, надо где-то искать еще его ногу. Где-то она должна быть обязательно.
Есть такое подозрение, что она все-таки с левой стороны, там, где мы уже были, там, где я разбил свой первый кристалл, скорее всего, она именно в том месте. Такие вот дела, такие дела. Ну, то есть нам тупо надо пробежать сейчас вот в тот проход и туда поглубже. Там мы сможем, походу, отыскать нужную нам вещь. А именно ногу, по-моему, левую. Потому что я не помню, чтобы что-то прыгало. Такие вот дела. Так, кстати говоря, вот здесь был один секретик, который я не смог взять, потому что у меня на тот момент не было портала. Но сейчас, имея портал, мы можем забрать этот секретик. Надеюсь, что этот проход именно туда, куда мне надо, и мне не придется как-то геморроиться и через жопу проникать куда-нибудь, да. Вот. Потому что есть такое подозрение, что, по-моему, мне придется проникать все это дело через жопу куда-то. Угу. И все. И здесь больше ничего нет. Окей. Меня накололи. Так. Наверх здесь, естественно, никак не забраться. Поэтому вниз. Так. Здесь мы тоже никак не заберемся. Поэтому только сюда. Так. Выше, все выше и выше. Так, спускаемся чуть ниже. Сюда. Вот сюда. И, по-моему, она была... Вот здесь вот. Портал. Если я правильно помню. По-моему, все-таки здесь он был. Но я могу, правда, ошибаться. Подозрительное здесь какое-то место, если честно. Причем мне тут же доказали эти два выросших непонятно откуда... Придурка. Да, вон, портал сверху, действительно. Вот он. А это значит, что мы можем попасть туда, куда нам надо. Так. Просто поднимись, пожалуйста. Спасибо. И вот второй портал. Замечательно. А здесь мы с вами не были. Давайте прогуляемся. Тоже мы нашли. А нашли мы, наверное, как всегда, неприятности на собственную жопу. Это невозможно. Ну или просто хорошее место. Так. Допустим. То есть это все, да? Больше здесь ничего нету. То есть, по сути, мы сюда пришли просто так. В любом случае, радует то, что разработчики довольно часто вознаграждают вас, если вы делаете какие-то непонятные, необязательные вещи. Например, разбиваете кучу всякого хлама, барахла, ну, типа вот этих бочек. Если вы страдаете этой фигней, то вам разработчики могут иногда выдать... какие-то полезные вещи в виде, например, дополнительного сейфа. Ну, не сейфа, но вы поняли, о чем я. Вот, либо в виде каких-то более интересных фишек, которые тоже могут быть.
Я так понимаю, что вниз сюда падать опасно, а вот сюда сходить, в принципе, можно. Давайте погрузимся поглубже. Осмотримся здесь повнимательней, так сказать. Пока что я здесь ничего не вижу. И походу говоря, здесь, кстати, ничего, в принципе, нет. Да. Ну, либо я, конечно, мог просто что-то упустить, но навряд ли. Навряд ли это так. Хотя, знаете, дайте я вот сюда проплыву и погляжу, нет ли что-нибудь за водопадом. Но за водопад нас тупо, кстати, не пускает. Если к водопаду вы не пройдете. Не пройдете к водопаду, это уже проблема. Здесь вот, знаете, такая комнатка непонятная. Смущающая меня. Ага, вот он. Гномада. Ха-ха-ха-ха. Гном ада, нацкий гном. Как видите, не зря я прошел. Не зря я плавал. Не зря я вообще сюда попал. И вот такие вот места есть по всей игре. А это значит, нам нужно путешествовать. Нужно что-то находить. И нужно искать вот такие вот маленькие секретики, которые, как я уже повторюсь, есть по всей карте. Вот, например, я могу попробовать забежать где-нибудь вот здесь вот по стене. Но нет, видите, здесь не получается забегать. В принципе, частично логично. Вот мы забираемся уже наверх. И здесь мы, в принципе, ничего не нашли. Но это не критично, ибо, по сути, мы здесь нашли гнома ада, что нам вполне хватает. И это главное. А ведь я мог сюда просто не прийти. Например, забыв. Но я помнил о существовании этого места, поэтому, в принципе, мне это далось легко. Вот. Здесь у нас ни хрена нету. По крайней мере, в воде. Здесь ничего не найдем. По идее. И да, плавать здесь это просто ужасно, потому что воды здесь много. Не всегда понятно, что, куда, чего и так далее. Но, тем не менее, факт остается фактом. Плавать здесь полезно. Ужасно, но полезно. Ладно, я не буду больше в этом месте сидеть, потому что делать мне, в принципе, здесь нечего. А посмотрим, что нам дали. Нам дали секиру. Нам дали сапушки. И нам дали с вами вот такой талисман. Талисман колдуна. Так, что нам нужно? Это переместиться чуть подальше. Сейчас мы этим и займемся. Для этого мы делаем опять большую карту. И мы перемещаемся с вами вот сюда. Спросите, зачем нам опять шрам? Сейчас объясню свою идею. Я хочу развернуться, пробежаться и найти таки ногу нашего здоровяка. Мне придется идти одному. Нога нашего здоровяка будет где-то вот там впереди. Как только мы выйдем из шрама. Ну, то есть вот сюда. Где-то здесь нам ее и надо искать. Плюс искать вот эту падлу. Так, ребята, давайте вы не будете меня извращать и доставать, ладно? Я на вас не охочусь, вы на меня тоже не охотитесь, пожалуйста, поэтому не надо мешать друг другу.
с помощью геймпада, как вы понимаете, это сделать относительно неудобно. Ну, нет, удобно, как бы, да, конечно же, но такое на вкус и цвет, как говорится. Подняться мы сюда можем? Да, кстати, даже можем. Оп, я кое-что видел. В принципе, у меня была мысль, что в одном из таких деревьев может что-то находиться. Ну и, как вы видите, я оказался прав. В одном из таких, деревьев действительно кое-что находилось. Продолжаем скакать дальше. Здесь у нас будет такой типа обрыв довольно большой. Мне он напомнил перевал. И вот наша нога, которую мы, собственно, ждали и искали. Теперь наш здоровяк собран. Наш здоровяк собран. Это дает нам неоспоримый плюс, друзья мои. Попади ты, падла. Ладно, придется лезть повыше, окей. Я вот тогда еще, помните, очень геморройно искал вот это вот место. Где-то что-то мне здесь... Блин. Где-то что-то мне здесь гудело. Мне очень не нравится, на самом деле, этот звук. Я не знаю, у меня почему-то от него голова начинает болеть. Вот, где-то что-то здесь гудело вот этим вот кристаллом, и я не мог понять, собственно, где он вообще находится. Ну вот теперь я как раз понял, и я просто туда не смотрел. Вот, кристалл больше не гудит, это замечательно, мы можем прыгать дальше и спускаться вниз. Ну и, естественно, возвращаться к Арду. Проще всего туда возвращаться, конечно же, нашим самым логичным способом. Это мы опять-таки с вами... Включаем большую карту. И перемещаемся вот сюда. Сюда переместиться нельзя, да? К Вульгриму зато можно. Перемещаемся мы довольно далеко от обоих, на самом деле. Но это не сильно критично, если подумать. Не сильно критично. Немножко убили об землю свою лошадь, но это опять-таки тоже не очень критично. Я думаю, что она не сильно на нас разозлится. Такие вот дела. Итак, наш друг, я надеюсь, собрался силами, так сказать. Ножки, ручки-то все здесь. Вряд уже ли что-нибудь получится. Мой камень снова стал целым. Спасибо тебе, мягкотелый. Я чувствую отчаяние творцов. Порча распространяется, обретает плоть. Но время еще есть. Отчаяние — великая сила, Орон. А порча еще сильнее. Верно. Напротив всего этого есть оружие. Воля оставшихся творцов будет подкреплена. Она станет волей сражаться с разрушением всего вокруг. Им нужно напомнить о чудесах, на которые мы способны. Слышал ли ты о дневниках творцов? Боюсь, что нет, старик. В этом дневнике записана наша история, наше искусство, наши песни. Память о них уже поблекла, но не может пропасть навсегда. Всадник... Ты же не случайно пробудил меня. Мы должны найти дневники творцов. Мы? Я слишком велик для некоторых потайных мест, а ты мал и проворен. Хорошо. Где искать этот дневник? Столько времени прошло с тех пор. Теперь я не знаю, где нужно искать.
но среди живущих творцов есть шаманка, которая знает ответ. Я принесу тебе этот дневник. Да вы издеваетесь, да? О, снова взять дневник творца в руки. Нет, я не нашел шаманку. И знаете, давайте на этом, собственно, ребята, закончим. Я надеюсь, наверное. Хотя, давайте прогуляемся к шаманке. Просто узнаем, где... где мы должны искать дневник. И уже на этом действительно точно закончим. Быстрое перемещение. Угу, спасибо. Так. Переместились, как бы. Здесь наш друг есть. Боюсь, со стражем ты проявил сноровку и ум. Тебе еще предстоит стать сильнее. Вахир больше тебя не беспокоит. Значит, эпоха когтей и крови закончилась? Но тебе еще есть что доказывать. То, что ты пережил это испытание... говорит о твоей силе и о том, что шрамами покрыто не твое тело, а твоя душа. Эхидна больше не причинит тебе бед. О, мне жаль, что я не видел, как она мучилась. Немногие могут пройти сквозь тьму и выйти сухими из воды. Горвуд лежит под землей. Значит, мы потеряли одного из наших величайших союзников. Итак, кого ты убьешь следующим? Мог бы тебя, но пока никого, подожди. Так, ну, давайте купим всякую хрень. Просто потому, что у него все это стоит максимально дешево. Окей, но он больше нас ничему научить не может. Убили все и вся. Получили золотишко за это. Убили Эхидну. Эхидна, кстати, была сложнее. Получили 603 за нее. Город примерно на линии с Эхидной. Ну, в общем, на самом деле, не имеет особого значения. Получили мы за это дело золото. И теперь осталось только поговорить с нашей прелестной шаманкой. Что ты ищешь, всадник? Дневник Творца. Не знаю даже, зачем он мог бы тебе понадобиться. Все равно это ничего не значит. Дневник хорошо спрятан. Даже я не знаю, где. То есть, ты ничего не можешь мне рассказать? Ну, магнетит мог бы указать на место, где спрятан дневник. Сокровище было вырезано из того же камня, потому они вечно стремятся друг к другу. Если возьмешь в руки магнетит, он покажет тебе путь к дневникам творцов. Где же его взять? Такие камни очень дороги. Каждый из них можно использовать лишь однажды. Будет невозможно отделить магнетит от дневника, когда они соприкоснутся. Ценность камня меня не тревожит. Одного шанса мне вполне хватит. Хорошо, но мне понадобится кое-что взамен. Есть такое редкое растение – тенилист. Его семена обладают целебными свойствами. Принеси мне семена тенилиста, и я скажу тебе, где взять магнетит. Справедливо. Я найду тебе эти семена. Существа, бродящие вокруг, любят поедать тенилист. Возможно, тебе придется вырезать семена из их кишок. Ну, вы поняли. Короче, принеси мне то, я тебе дам это, и как-то подружимся тогда. Ой, жесть. Ты коснулся темноты. И не раз... Всем спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, Дезертир, и пока-пока!